Че собрался делать? Называется «Грузо пирожок». А катать когда поедем? Блин, я бы сам покатал, конечно же. Да мы в перемешку. То пожрём, то покатаем. Отдыхаем. Стас, когда катать-то поедем? Так вот дождёмся парней и поедем. А я думал, пожрём. Пожрём? Я предлагаю пивка попить и поехать. Так уже попили же. Нет, это не попили ещё, это так. Попробовали? Это не считается, да. Тренировка перешёл свой дел. Раскатываем. Я следующий на колено уже. Сейчас пойдём на стадион. Чё, собрались? Да, собрались. Собрались? Да. Уже катаем. Второй круг пожалуй. Вторая петля. Прокатись, Лёха, по второй петле. Хорошо, катай. Ну да, там всё. Ребята размялись, сейчас поедут на третий вперед. Что, мужики, делаете? Заправляетесь? Пиво нашли! Сейчас. Тут от них пиво, бошки немножко. Сейчас на третий вперед. На первый уже доехать. Сколько проехали? Километра 3. 10 минут. Проехали, наверное, одну... Десятую? От маленького круга. 20-ю. От хобби. Да ладно, не пугали народ. Вся чё жизнь ты? Перед глазами. А чё пугать-то? Я не пугаю. И спей водиться лучше. Я через 5 километров напугаю. Сидите дома, да? Андрюха уже через руль исполнил. Стрельнули. Я упал. Слушайте, это на самом деле большой бонус, что такое есть в дороге. Да. Я чувствую, тут будут все вот так, знаешь, так. Она будет осушена. Я прямо вижу Коробов, Вася Хоббит там, Маликов, Миронов тут все. Даже пить сложно. Даже пить тяжело. Давай, давай, давай! Вот 18 километр. Хутор налево, если вдруг кто-то хочет сойти. Шустрая белка ждет вас. Стас, что случилось? А лишнее выходит.
и из меня, и из него. Охлаждаешь? Ну, хочу, да. Поехали, покатаемся. Поехали. Ну давай, пацаны. Хорошо, когда заедешь, да? И можно на это все смотреть. Ага. Сверху. Красай! Пиво-то кончилось, да? Плохо, да. А было? Только квас, только спортивные напитки. У нас каникулы. Вот, сука, вообще так рвёт. Сильный. Вчера поршень поменяли. Был, был, был. Он так рвал. Класс. Блядь, как он? Вообще отдых удался. Вены режут в лесу, блядь, люди. Ну ты крутан.
Красавчики! Вот такое тут место. Это подъем? Бля, хороший спуск, Серега, зачем ты его исключил? Хватит, ебанем его. Реально туда раз, прошел травертой. Это что, горка, что ли, такая? Да, сейчас вниз.